Отож, друзі, продовжуємо, як і обіцяли, продовжимо розмову з нашою ранковою гостею, поговоримо про страхи. Отже, радий представити нашого ранкового гостя, експерта, яка кожного вівторка приходить на студію, Степана Іваненко сьогодні в нас, це психотерапевт, психолог. Доброго ранку вам. Доброе утро. Дякую, що ви з нами. І так, сьогодні ми говоримо о страхах. Как они появляются, что же все-таки страх такое и как с ним бороться. Итак, если говорить о страхе, как понять в первую очередь его природу, откуда он появился? Самая частая причина страхов – это природного происхождения. Это когда человек боится чего-то естественного. Например, боится огня, боится высоты. Но это то, что может причинить реальную опасность. То есть тут уже самозащита больше, да, да, самосохранение. И здесь мы имеем дело как раз-таки с защитной функцией страха, и к этому важно прислушиваться, то есть не идти в огонь и в воду, хотя иногда это метафорически звучит красиво, да, а прислушаться к себе, к своим силам, насколько это действительно нужно или не нужно. То есть рационально оценивать свои возможности. А если мы говорим все-таки о возникновении страха, то я понимаю так, что уже такой постулат у нас в наших диалогах, что все из детства, и, соответственно, страхи там же и рождаются. А кто может причинить и какой ситуации, или это ребенок сам себя может напугать, или обязательно это кто-то со стороны? Но это как раз-таки о другой группе страхов речи, это о социальных, так называемых социальных страхах. Это когда, например, ребенок выступает в детском саду на утреннике, запинается, ему кажется, что все смеются, и впоследствии может родиться страх перед выступлениями в большой вот аудитории. Вот откуда оно, с детского сада у всех, все потом боятся. Да, вот, то есть страх, который родился на какой-то вот в конкретной ситуации, когда ребенок сделал вывод или взрослый человек сделал вывод о том, что это может быть страшно. Но этот вывод неосознанный, просто потом проявляется вот в такой реакции, что не хочу, не могу, не буду, страшно. Есть вот некоторые страхи, которые, как по мне, нельзя вообще объяснить. Ну, например, страх пауков. Да? Вот у меня, например, есть там каких-то там змей и так далее. Я понимал то, что вот в детском возрасте, что я их боюсь, но я их даже никогда не видел вживую. Но почему я их боюсь? Ну, это так называемые фобии. Страхи необъяснимые, которые возникают почему-то и вдруг. Да? Страх пауков, страх змей. Есть еще такой вот вид страхов, как кардиофобия. Но это когда человек боится болеть или заболеть сердечным заболеванием или онкофобия. Это то, что можно причислить к действительно необъяснимым каким-то явлениям. Но можно сказать, что причина у этих страхов все-таки есть, просто она более глубинная. Можно говорить о том, что есть такая вот основа базовая, есть тревожность, может быть неуверенность в себе, может быть опять-таки в раннем детстве нарушенное базовое чувство безопасности. То есть человек чувствует себя безопасно где-либо. Ну, пользуясь таким внутренним правилом, что мир опасен. И тогда вот этот опасный мир сводится, там, допустим, к пауку или к змее. А навязать вот эти страхи, там, боязни паука, не знаю, какого-то еще животного, можно это навязывать? Могут ли это навязать родители, когда они этого боятся? Могут декларировать, не навязать, но сказать, что вот паук, вот он страшный, то есть каким-то образом преподнести ребенку это так, что ну, действительно это человек чрезмерно. Будет воспринимать так эту реальность. Чрезмерно, да, то есть переоценить вот эту опасность. Не просто оградить ребенка от того, что это может быть опасно, а ребенок может очень сильно впечатлиться, если это подано слишком эмоционально или, может быть, какую-то яркую картинку ребенок увидел. Вот тогда он решает, что это глобальная опасность. Очень часто люди совершают в жизни какие-то поступки для того, чтобы бороться со своими страхами, либо борются с ними и достигают каких-то целей. Вот буквально недавно смотрел видео, как мужчина там боролся со страхом высоты уже в совершенно взрослом возрасте. Но есть такое понятие, как «хочу», но боюсь. Как здесь бороться с этим и как достигать своих целей, если есть страх? Ну, вот вы совершенно верно сказали, что одним из самых распространенных препятствий на пути к достижению цели являются страхи. Да? И, например, вот если говорить о финансовых целях, то препятствие к этим целям являются два распространенных страха. Страх бедности и страх больших денег. Ну, парадоксально, но это так. С крайности в крайности. Да, из крайности в крайность. Если говорить об отношениях, то страхом, который блокирует создание отношений очень часто, это страх перед теплыми, близкими отношениями. Вот, это страх своей уязвимости.
Если говорить о цели, которая связана с достижением, то здесь может быть страх сделать ошибку, страх быть неправым, страх за последствия того, что я буду принимать решение. Либо всеобщие оценки потом, если неудача. Да. Страх, что не получится, и страх, как я буду выглядеть при этом, как меня оценят. То есть вот это внутреннее состояние, которое я прогнозирую, да? Угу. Но страх – это вообще про будущее. Это та картинка, которую мы видим где-то там. Моделируя себе ситуацию уже, которая моделируем, будет, да. Вот. И это действительно очень сильное останавливающее средство. Угу. Да? И нужно сказать, что если мы говорим о целях, то если мы боимся, то это как раз-таки точка приложения сил. Ну, это то место, куда нужно посмотреть попристальнее. То есть это точка развития. Если мы говорим о том, как бороться со страхами, да, есть ли здесь какой-то рецепт, возможно, не знаю, какое-то средство, чтобы побороть тот или иной страх? Если один раз, вот, например, высоты, да, залезть на дерево, я думаю, что не перестанешь бояться. Как здесь быть? Как подходить к страху, чтобы научиться с ним жить, либо его перебороть? Ну, метод, который говорит о том, что залезть на дерево и перестать бояться, он существует, но он не всем не подходит. Всем поможет, да? И не всегда он нужен. Да? Вот. Если мы имеем дело с фобиями, если это необъяснимый страх, если это вариант уже даже не страха, это паническая атака, бывает такое, когда страх сковывает, и он граничит с ужасом, то это тогда желательно проходить этот этап со специалистом. Если это страх, да? Если я действительно вот боюсь, но могу как-то вот с этим жить, если это не паническое состояние, то тогда можно с этим попробовать работать самостоятельно. Для этого к этому страху нужно присмотреться попристальнее. Вот. Нужно задавать себе разные вопросы. А что будет, если это произойдет? То есть прояснить для себя вот эту картинку страха, прорисовать ее в деталях. Вот что именно пугает? Вот, чего именно я пугаюсь, какого своего состояния, каких последствий. Вот, и, ну, я бы сказала, консервный ключ для страха – это вот этот вопрос, который, что еще страшного случится, если это произойдет. Но это чаще всего, когда человек взрослый. Если, например, берем ситуацию ребенка, да, который элементарно там боится собак, например. Как ребенку объяснить, что их не нужно бояться, и вот приучить, и даже, возможно, научить любить собак и с ними общаться нормально? Вот здесь важно не уйти в крайность. Угу. Да? Нужно говорить ребенку, что с собаками нужно быть осторожным. Да? Нужно все-таки, если это незнакомое животное, то не нужно там дразнить, бросать там что-то в него и так далее. Вот грань осторожности и грань страха, они очень близки. Вот, точно не нужно говорить ребенку «не бойся», там, «мальчики не боятся», «здесь бояться нечего», это не работает. Это не работает с детьми, что это не работает со взрослыми. Что будет более действенное, если, например, ребенка вот паника, видит собаку и паника? Вот объяснить ребенку, насколько это может быть опасно. Вот она далеко, она сейчас там с хозяином, я с тобой рядом. То есть для ребенка очень важно состояние безопасности. И в младшем возрасте, в дошкольном особенно возрасте, состояние безопасности для ребенка создают родители. И важно говорить ребенку, что я рядом, что ты в безопасности, я тебя буду защищать. Вот идут люди, что они могут тебя защитить. Ты говори, зови, отходи к людям. То есть объяснять ребенку, как он может себя защищать. Потому что вот страх, это просто как бы проецируется на собаку. На самом-то деле ребенку просто вот страшно за свою жизнь и небезопасно. Есть, вот вы сказали, да, не бойся, это не страшно и так далее. Вот почему вот эти советы, которые, по сути, у каждого, наверное, в жизни с уст они все-таки вырывались, там, не бойся, это не страшно, это нормально и так далее. Почему оно не работает? Почему оно не успокаивает или вообще не учит перебороть этот страх? Ну, это такие советы из разряда «не волнуйся», «не бойся». Такие рядовые просто, которые, да? Да, которые точно не работают. Давайте сначала посмотрим на само слово, на само выражение и вспомним то, как устроен наш мозг. Он читает образы. И когда мы говорим «не бойся», то картинка страха того, что может получиться. То есть мозг получает сигнал «бойся». Ну, частичка «не» не работает. Это такое банальное правило. Вот, это первое. Второе, то, что прямой совет «откажись от этого чувства»,
ну, для человека он просто не воспринимается, потому что он находится в этом чувстве, ему действительно страшно. И взять, и отказаться, он вот так сказать, может, он да? просто не может. Чем это лучше заменить? Заменить как раз-таки вот тем, что я рядом, если это ребенок, я позабочусь о твоей безопасности, если это для взрослого. Слова из разряда «успокойся», «все хорошо», они будут восприниматься? Тоже нет, да? Нет. Лучше какой-то конкретикой, лучше вот все-таки просматривать этот страх, лучше приглядываться к нему и оценивать, вот действительно ли есть реальная опасность, потому что страх выполняет защитную функцию. Да? Я при помощи страха, допустим, могу соизмерить свои силы. Мне страшно выступать, и для этого я готовлюсь, там, допустим, или планирую свое время, делаю какие-то действия. То есть страх помогает подготовиться. Вот. Так же само вот, можно в с любой любым другой страхом ситуации обходиться. Страхом, да? Да. То есть сначала к нему прислушаться, присмотреться. Вот. И быть готовым к той ситуации, что он может да. возникать, для того, чтобы бороться потом, надо просто быть готовым к этой ситуации. Да. Вот есть две распространенных формы поведения. Боюсь и не делаю, боюсь и делаю. То есть сказать, что человек бесстрашен вообще, ну, я думаю, нельзя, что это уже ну, какое-то такое эффективное состояние, когда страха нет. Вот, что страх возникает, и это нормально. Вот единственное, что вопрос его меры, вопрос его величины, чтобы он не сковывал, да, вот важно опять-таки к нему присмотреться, с ним подружиться, и тогда вот, вот этот страх внутри остается, но я делаю. Большие глаза у страха не должны быть, и с этим надо бороться. Вам спасибо большое, сегодня расставили акценты. Друзья, думайте, бойтесь, но действуйте все-таки, и боритесь со своими страхами, я уверен, что у вас это получится.